мой родной, любимый, дорогой. Ну что, огромнял Псолла. Так. Начать. Снял броневик. Подтвердить настройки. Надеюсь, никто сейчас. Подбор игроков закрыто. Игра. Начать одиночку? Да, такой, начать одиночку, вы лузер, у вас нет друзей? Да. Кооперативная игра. Как это отзывы. Игра очень ужасная, потому что у меня нету друзей, да, там такое что-то было. Распределить все, хочу ничего не надо распределять. Ну, посмотрим, как я сейчас обосрусь. Как я чигринал, то вообще не понимаю, буду сейчас валить. Жесть. Одного, да, я не представляю. Может пробовать чисто, что это. Разный стак орудия. Оружие, вернее. Надо пробовать сейчас это, ты знаешь, что... пощады. Не убивай, денег нет. Ну ладно, парк. Хотя мне нужно просто один ключи найти. И этот. Я сразу тогда вниз буду спускаться без остальных. Я могу всех не убивать вообще. Если с первого же будут ключи мне, все, я уже смогу. Такие NPC, там такие курят около обрыва. Так если видишь пузырьки, вижу, и кто-то под водой что-то сварит, как будто яркий свет. Да, да. Так и должно быть. Скаты, наверное, между собой. Электричеством балуются. Да, да, он же с фонариком тут под водой. Ну и фонарик у них есть. Perfect. As we say in Navy. Perfect. You want the element of surprise? Yes, 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 ABHS. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Малотка. Славка. Попил кофейку? А? Попил кофейку? А? Ой, чудес. Успел посмотреть. Он еще идет. Ну да. No ha terminado. Seguro viene luego.
А, два ключа все-таки, блин, нужно. Чтобы спуститься. Все-таки два ключа нужно. Я-то оттуда я могу как-то пойти. Блин, что ж ты управление мне, мышка? Блин, когда он по лестнице, кстати, поднимается, он не может почему-то управлять. Секунды. Так, а где у нас тут? Подвал. Так, ну и давай плавать. He has a fingerprint scan here too? All right, we follow the usual plan. Cycle through the partial prints to match the target print, and the tool will do the rest. Ну давай, раз. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, пять, шесть. Все, взломали. Так, а в хате не помните, сколько ты еще могу поднять? Не помню. Славик, не помнишь? Нет. По лифту есть смысл мне подниматься? Не, а то... Сколько там? Поднимусь. Если вы настаиваете. Да мы не настаиваем. Настаивайте, настаивайте. Так, раз... Три отпечатка, ну, за 4 минуты успею. Не спеша. С этими отпечатками, если честно, какая-то дурацкая фигня придумала. Раз, раз, два. Ну что, а если бы не вот это, вот эта хитрость, то что бы тогда? Приходилось реально бы смотреть, высматривать? Это же сложность, ну это вообще невозможно. Я вообще не понимаю, как без этого. Да, я тоже разгадывал, смотрел туда и подбирал, искал эти линии. Бред какой-то. Силы кобылы.
Че у нас сейф? Сколько лежит денег? Хоть бы сотку была хотя бы. А, 87 тысяч, в принципе. Ой, даже и картины есть тут. Интересно. Если еще место останется тогда. Вообще не хочу рисковать. А кайперик ничего буду не буду добывать. Вон, давай, заходи ты. Пиджап. Тут вообще непонятно, я вот никак не боюсь, с пиджапом связано. Пиджап они на пробел сделали они. Не знаю. Делаем бы белый кнопчик мышь. В этот же момент ничего не используют, пульсы никакие, кроме двух файлов. Капитан, что у нас шумит? Такой, да не знаю, соседи, походу, наши сверлят что-то. Так, ну пойдем и картину возьмем тогда. Одна картина, да. Чё? Тревога поднялась. Ах, какой чудо. Медленно, наверное, это делаем все вот и поднимается. Нет, типа. Ну я прям все сейчас офигенно делал, я не знаю, почему этот. Тревога поднялась. Сейчас не должно быть тревоги. Да блин, давай. А интересно, они знают, где я нахожусь? Да ты что ж, ты не даешь мне. Ну если они бегут туда, значит знают. Блестяще, вот это да. Кстати, было все топово. Я не знаю, почему они сейчас мне это... А, добыча 200 тысяч. А почему 200 тысяч? А что я потерял? А, да блин, что это за дичь? Короче, когда ты по лестнице поднимаешься, у тебя на долю секунды этот управление прям теряется. Да-да-да, там вообще теряя мышку поворачиваешь, конченная. А она не поворачивает. Вот это конченная тема, конечно. Я так сажу. Так, щебень. Пристойкость. Ну вон же кнопка тормоз, давай быстрей. Блин, они меня сейчас, наверное, около входа будут ждать, да, тут? На улице не... Ну, сирена-то поднялась. Там один только будет на дороге там, вдалеке. На перекрестке. Ну ладно, этот вертолет уже там. Так, чё, давай быстрее одевай тормоз. Беги. Броника я делал, нет? Надел. Вам со скалы бы тут не упасть бы. Ёшкин кот. Так, давай, приземлись в воду нормально. Давай, 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 ныряй, пробел. Ох ты, черт, ну поглубже занырять. Достают. Да что за дичь? Я уж как под водой, как. Я все равно достаю. Ты что, дичь, что ли?
Мистер Рубио is getting back in his helicopter. Достал, Watch out. Чё за фигня? Они достают по ней такие. А где дичь? А как же дичь? Дичь, не, а как он? Я под водой броник не могу. Чё, она мёртвая, не улетит. Ня. Чё, вроде перестали стрелять, я, наверное, на глубину опустился. А хер-то? Чё за дичь, реально? Все нормально. Ух, с первого раза прошел ограбление. 15 минут заняло. 1 200 000 за 15 минут. Спасибо большое. Ну, то есть, это без вскрытия всяких дверей. И это только 1 200 000. Ну, хватит мне за 15 минут, как бы. Ну, это же мало. Не, мало это, что мы с вами потратили целый день. Вот это мало. А это много. Я с вами не спорю. Нет. Вы, батенька, сделайте больше меня в соло. Тогда и говорите. А у тебя сколько максимум ты вывозил? Я вроде помню 1400. Или 1 400 000 где-то тогда, ну. Ваша окончательная дочь 1 000 000. А где 200 000, куда мне отняли? Почему? Почему-то 200 000 куда-то отняли у меня. Смотри, это проценты? Угу. Осуждаю, конечно, там было 1 200 000 написано. В итоге дали 1 400 000. Ну, теперь у меня 4 270 000. Все. Ребят, лайк, подписка и коммент не забывайте. С вами был Лайков, и всем пока.